Не секрет, что для диагностики, посещения врача узкой специализации, получения других медицинских услуг жители хуторов и поселков должны ехать в районный центр, записываться на прием, дожидаться своей очереди. Это не так-то просто для селян, особенно для людей пожилого возраста. Как облегчить решение этой проблемы? Выход все-таки есть. Дни здоровья – так называют предоставление квалифицированной медицинской помощи практически с доставкой на дом – уже стали в нашем районе доброй традицией. В хуторе Коржевском есть современная амбулатория с отличными условиями для работы врачей и приема пациентов. И прием кардиолога, терапевта, стоматолога из районного центра – событие ожидаемое и очень полезное. Сегодня у нас также работают представители Центра здоровья. Они приехали из города Славянска на Кубани. Специалисты ведут прием жителей, выявляют факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они проводят обследование людей, проводят забор крови на холестерин, на глюкозу, исследуют сердечную деятельность. Приезд специалистов нам очень помогает, так как люди приходят на месте, никуда не выезжая, обследуются, проверяют свое здоровье. Им разъясняются, как профилактировать эти заболевания, как правильно питаться. Здесь хуторяне могли выяснить уровень холестерина и сахара, узнать индекс массы тела, получить ценные советы по профилактике заболеваний и рекомендации по их лечению. Местные жители очень ценят плюсы выездного медицинского обслуживания. Объявили, что раз приезжает специалист, ну как не прийти, надо обязательно провериться, чтобы уже потом лишний раз наших не утруждать. Каждому человеку относятся здесь с душой, не жалеют на него времени. Несомненная польза для здоровья в том, что выявление заболеваний на ранних стадиях дает лучшие возможности для излечения. И еще очень важная мысль, которую специалисты старались донести до пациентов, в том, что здоровый образ жизни предотвратит большинство болезней. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».